С 18 января по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В Чувашии привиться можно в 33 прививочных пунктах, развернутых на базе 28 медучреждений по всей республике. В Новочебоксарске работает 2 пункта по вакцинации населения. На утро 20 января в республике вакцинировано порядка 2600 человек. Планируется в Чувашскую республику с 24 по 31 января 2021 года поступить 17500 доз вакцины. В феврале этого же года, нашего года, 2021 года, 27400 доз вакцин. И предположительно в марте месяце поставка однозначно будет уже больше, как вы видите, и в средствах массовой информации, и по докладу министра здравоохранения Российской Федерации. И по всей вероятности также может поступить векторовская вакцина «Эпивак Корона». Записаться на вакцинацию можно несколькими способами. Во-первых, через регистратуру поликлиники, где проводится вакцинация. Также можно записаться на приеме у врача-терапевта. Еще один способ – по единому телефону 122, что помогло разгрузить операторов регистратур медучреждений. С декабря по этому способу записались на вакцину порядка 3000 человек. Запускаем еще один сервис службы 122, а именно запускаем уже голосового помощника, то есть с использованием искусственного интеллекта. То есть любой житель тоже, позвонив, может уже, продиктовав роботу номер страхового полиса, который имеется у всех на руках, и робот таким образом сверяет с нашей республиканской медицинской информационной системой, то есть сам он определяет, какой медицинской организации прикреплен тот или иной пациент, и сразу уже оформляет заявку в автоматическом режиме. Также записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг. На брифинге с журналистами медики отметили, что все работники отрасли здравоохранения, которые прошли вакцинацию, перенесли ее хорошо. У некоторых, правда, наблюдались такие признаки, как ломота в теле, температура, озноб. Но они и проходили через пару дней без медикаментозного лечения. Напомню, вакцину могут сделать все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Вакцинация проводится бесплатно. Ольга Лазарева, Павел Андреев, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.